Президента. С вами я, ассистентка кафедры сельскохозяйственной техники Айзет Кулиева. Наш предмет – теория трактора и автомобиля. Сегодняшняя наша тема будет показатели рабочего цикла двигателя, определение параметров всасывания и сжатия. Наша тема состоит из плана 4 пунктов. Давайте ознакомимся с нашим планом. Первое – общие понятия. Второе – рабочие циклы двигателя внутреннего сгорания. Третье – действие параметров на процесс всасывания. И четвертое – действие параметров на процесс сжатия. Литературу вы можете приобрести из нашей библиотеки или же можете приобрести из интернета. А сейчас давайте ознакомимся, я вам дам общие понятия про нашу эту тему. Вот преобразование теплоты в механическую работу двигателя внутреннего сгорания осуществляется с помощью газоносителя, который является энергией. И это называется рабочим телом. Вот состояние рабочего тела характеризуется основными параметрами. Этим основным параметром относятся удельный объем, давление и температура. Вот эти основные параметры рабочего тела, его состояние в результате преобразования энергии изменяются. Переход газа из одного состояния в другое состояние, изменяя свои параметры, называется термодинамическим процессом. Итак, мы сказали, что основным параметром относится удельный объем, давление и температура. А температура является источником теплового состояния тела и характеризует среднюю кинетическую энергию беспорядочного движения его молекул. Вообще, принцип всех тепловых двигателей заключается в том, что при расширении рабочего тела теплота, приобретенная от какого-либо источника, преобразуется в механическую энергию. Поршневые двигатели внутреннего сгорания рабочее тело состоит из окислителя, топлива и продукта его сгорания. Окислителем для большинства двигателей служит атмосферный воздух, который 21% состоит из кислорода, а 79% состоит от инертного газа, в основном азота. Итак, при реализации цикла рабочее тело претерпевает физические и химические изменения, и это заключается в том, что при процессе пуска цилиндр наполняется горючей смесью, которая состоит из газообразного или жидкого топлива и воздуха. Так, воздух или же горючая смесь, поступившаяся в цилиндр и оставшийся в нем к моменту начала сжатия, называется свежим зарядом. В процессе сжатия в цилиндре находится свежий заряд с остаточными газами. Это называется рабочий. А в процессе расширения и выпуска рабочим телом являются продукты сгорания топлива. Итак, при расчете рабочего цикла двигателя нужно знать низшую теплоту сгорания топлива, от которого зависит композиционные составы и количественного соотношения. Так, для сгорания топлива и преобразования сперва в тепловую энергию, далее в механическую работу, должны проходить вот следующие термодинамические и вспомогательные процессы. Этим процессам относятся впуск, сжатие, сгорание, расширение и выпуск. Вот именно эти процессы происходят в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания, то есть в рабочих циклах двигателя. А что такое цикл? Циклом называется совокупность процессов, возвращающие систему в первоначальное состояние. В теории двигателя внутреннего сгорания вот комплекс процессов, которые периодически повторяются в каждых цилиндрах двигателя внутреннего сгорания, называется рабочим циклом. Так, сейчас перейдем на следующий
пункт плана, который называется «Рабочие циклы двигателя внутреннего сгорания». Итак, мы с вами уже сказали, что такое рабочий цикл. Различают идеальные циклы, теоретические циклы и действительные циклы. Давайте сперва начнем с идеальных циклов. Идеальный цикл двигателя внутреннего сгорания называется круговой замкнутый обратимый цикл, представляющий собой совокупность последовательных процессов, совершаемые с идеальным газом в цилиндре идеальной машины. Так, идеальный цикл предусматривает следующее допущение. Первый. Рабочим телом служит идеальный газ, неизмененным по весу, по химическому составу и теплоемкости. Второе. Подвод теплоты осуществляется по одному из следующих законов. Какие это законы? Так. При постоянном объеме V равен констант, при постоянном давлении P равен констант или по смешанному циклу при постоянном объеме V равен констант и при постоянном давлении P равен констант. Дальше. Процессы сжатия и расширения протекают без теплообмена со внешней средой, стенками цилиндра, то есть протекают адиабатно, где превращение тепла в механическую работу будет максимальным. Различают три способа подвода тепла в идеальных циклах двигателя внутреннего сгорания. Первый. Двигатели, работающие с подводом теплоты при постоянном объеме. Так, второе. Двигатели, работающие по циклу с подводом теплоты при постоянном давлении, то есть P равен констант. И двигатели, работающие по смешанному циклу, то есть V равен констант и P равен констант при постоянном объеме и при постоянном давлении. Сейчас на схеме мы видим индикаторную диаграмму идеального цикла с подводом теплоты при постоянном давлении. Вот дано нам в координатах P, V в давлении и объема. На оси абсцисс отложен объем цилиндра VH, объем камеры сгорания VC и полный объем цилиндра VA. А на оси ординат вот отложен давление в цилиндре, то есть в точках C, в точках Z. Вот именно индикаторной диаграмме вот протекают процессы, в каких точках именно протекают эти процессы, сейчас мы рассмотрим. Так, мы уже сказали, что процесс сжатия и расширения протекает без теплообмена, то есть протекает адиабатически. Тогда процесс в точке А, С – это адиабатические сжатия. Q1 – это подвод теплоты при постоянном объеме. В точках С, З происходит процесс сгорания. Процесс сгорания, так как Q1 при постоянном объеме, то процесс сгорания подводится при постоянном объеме. Дальше. ZB. Точка ZB – это адиабатические расширения. И точка BA – отвод теплоты к холодному источнику. Q2 называется отводом теплоты холодному источнику. Итак, ребята, основным показателем всех термодинамических циклов является термодинамический коэффициент полезного действия и является удельная работа цикла. А что такое термодинамический коэффициент полезного действия? Оно показывает совершенство цикла и представляет собой отношение теплоты механического работы ко всему подведенному теплу. Давайте напишем формулу термодинамического коэффициента полезного действия при постоянном, при постоянном объеме. Это термический равен отношение АЛ в точках А, С, З, В на подвод теплоты. АЛ –
это в точках А, С, З, В, которые мы рассмотрели сейчас, это механическая работа на подвод теплоты. Дальше. Отношение разности подвод теплоты и отвод теплоты на подвод теплоты. То есть разность Q1, Q2, отношение на Q1. И единицы отнимаем отношение отвод теплоты к подводу теплоты. То есть отношение Q2 на Q1. Сейчас давайте перейдем на следующую схему. Это цикл с подводом тепла при постоянном давлении. Он отличается от ранее рассмотренного тем, что здесь вся теплота подводится при постоянном давлении. То есть в точках С, С происходит процесс сгорания, и подвод теплоты происходит при постоянном давлении. Напишем термодинамический коэффициент полезного действия при постоянном давлении будет равен. Это термический равен. Единицы отнимаем отношение единицы на степень сжатия, показатели политропы сжатия отнимаем 1 в степени. Умноженные на отношение ρK минус 1 на ρ минус 1. Так, из этого выражения мы видим, что термический коэффициент полезного действия прежде всего зависит от степени сжатия, зависит от показателя адиабаты, k это показатель адиабаты, зависит от степени предварительного расширения. Так, перейдем на следующий слайд. На очередном слайде нам представлено цикл с подводом теплоты по смешанному циклу с подводом теплоты при постоянном давлении и при постоянном объеме. Вот здесь подвод теплоты, в процессе сгорания подвод теплоты при постоянном объеме, а здесь подводится при постоянном давлении. Тогда смешанный цикл с подводом теплоты при постоянном объеме и при постоянном давлении термический коэффициент полезного действия будет равен отношению отвода теплоты к сумме подвода теплоты при постоянном объеме и при постоянном давлении. Давайте напишем формулу. Это термический равен отношение Q2 к сумме подвод теплоты при постоянном давлении и подвод теплоты при постоянном объеме. Так, следующий цикл у нас называется теоретический цикл. Вот под теоретическим циклом понимают такой незамкнутый, необратимый цикл, который осуществляется реальным рабочим телом с таким же начальными параметрами, что и реальный, то есть действительный цикл. Основные особенности теоретического цикла являются: рабочим телом является смесь газов переменного по составу, по количеству и теплоемкости. Дальше. Процесс сжатия и расширения протекает без теплообмена, то есть протекает адиабатно. Третье. Полное сгорание топлива и подвод теплоты осуществляется по одному из следующих законов. То есть при постоянном объеме, при постоянном давлении или по смешанному циклу. Дальше четвертое. Параметры рабочего тела и его состав в начале сжатия такие же, как у реальных, то есть действительных циклах. Дальше и последний, пятый. Процесс очистки цилиндра заменен выпуском отработавшего газа. Вот на очередном слайде нам дано теоретический цикл со смешанным подводом теплоты при постоянном объеме и при постоянном давлении.
Вот на этом индикаторном диаграмме мы видим, АС это адиабатические сжатия, так как мы сказали, теоретический цикл протекает при наличии адиабатно, то есть адиабатически, так как процесс сжатия и расширения протекает адиабатно. То есть АС адиабатические сжатия, в точке CZ' происходит процесс сгорания при постоянном объеме, в точках Z'C происходит процесс сгорания, подвод теплоты происходит при постоянном давлении, точка ZB это адиабатическое расширение и BA выпуск отработавшего газа. Дальше, последний цикл у нас называется действительный цикл двигателя внутреннего сгорания, который именно этот действительный цикл является, находится в реальных двигателях машины. Так, действительный цикл – это последовательность физико-химических и термодинамических процессов, протекающих в цилиндрах двигателя, в результате которой термохимическая энергия превращается в механическую работу. Вот действительный цикл двигателя внутреннего сгорания состоит из ряда последовательно взаимосвязанных процессов, которые протекают в цилиндрах. Какие это процессы? К этим процессам относятся впуск свежего заряда, сжатие, сгорание, расширение и выпуск отработавшего газа. Вот действительный цикл отличается от ранее рассмотренных циклов, то есть отличается от идеальных циклов и от теоретического цикла. В ходе из этих перечисленных действительный цикл внутри действительного цикла в цилиндре происходит изменение состава и количества рабочей смеси, а также там происходит теплообмен с деталями, то есть при наличии теплообмена, то есть является политропическим. Дальше. Процесс окончания вот, каждого действительного цикла, отработавший газ не возвращается в свое первоначальное состояние, а выпускается в атмосферу, уступая место горючей смеси или воздуха. Вот таким образом действительный цикл является, то есть называется разомкнутым. Процессы сжатия и расширения протекают при наличии теплообмена, как мы уже сказали, то есть протекают политропным процессом сгорания. Так, кроме того, в процессе расширения происходит догорание топлива. Сейчас смотрим индикаторную диаграмму действительного цикла двигателя внутреннего сгорания. Нам представлен вот четырехтактный двигатель. Это у нас бензиновый двигатель, а это дизельный двигатель. Так дано нам в координатах давление и объем, в координатах B, V. На оси абсцисс отложен так, VH – объем цилиндра, VC – объем сгорания, VA – полный объем цилиндра. На оси ординат вот мы видим давление цилиндра. Вот именно в этом индикаторном диаграмме происходят все пять процессов. Давайте рассмотрим эти процессы. Вот мы сказали, что процессы, какие это процессы? Вот впуск свежего заряда, дальше сжатие, сгорание, расширение и выпуск отработавшего газа. Так, RA – это процесс впуска. То есть поршень находится в верхней мертвой точке и движется к нижней мертвой точке. Вот, ребята, здесь находится верхняя мертвая точка, а здесь находится нижняя мертвая точка. Так, поршень движется от верхней мертвой точки к нижней мертвой точке. R называется началом процесса впуска, а называется конец процесса впуска. Далее идет процесс сжатия. AC это процесс сжатия. А – начало процесса сжатия, а С – конец процесса сжатия. Дальше, CZ – это процесс сгорания.
С – начало процесса сгорания, Z – конец процесса сгорания. Z – B – здесь происходит процесс расширения, Z – начало процесса расширения, B – это конец процесса расширения. И BR – это выпуск отработавшего газа, процесс выпуска, B – начало процесса выпуска, R – конец процесса выпуска. А это дизельный двигатель. Здесь отличие от бензинового. Здесь процесс сгорания происходит при помощи форсунки высокой температуры. Так, перейдем на следующий пункт плана. Это действие параметров на процесс процесс всасывания, то есть процесс спуска. Процесс спуска предназначен для зарядки цилиндра топливно-воздушной смесью или только воздухом. Вот впускной клапан открывается с некоторым опережением, и в цилиндр наполняется горючая смесь или же воздух. Вот в бензиновых двигателях цилиндр наполняется горючей смесью, а у дизельных двигателей цилиндр наполняется воздух. Вот в процессе впуска горючая смесь, цилиндр наполняется горючей смесью, называемой внешним смесообразованием, наполнившийся воздухом называется внутренним смесообразованием. Что это означает? Вот внешнее смесообразование – это которое горючая смесь приготавливается вне цилиндра двигателя. А внутренние смесеобразования – это которые горючая смесь приготавливается внутри цилиндра двигателя. Сейчас рассмотрим вот бензиновый. Нам дано, вот в рисунке мы видим, это бензиновый двигатель, а это рабочий цикл дизельного двигателя. Вот воздух и топливо перемешивается, получается смесеобразование. Вот в процессе впуска цилиндр наполняется смесеобразованием, дальше идет процесс сжатия, далее с помощью электрической искры зажигания происходит воспламенение и сгорание, дальше происходит процесс расширения и выпуск отработавшего газа. Дальше рассмотрим рабочий цикл дизельного двигателя. Вот воздух наполняется в цилиндр при процессе впуска. Далее происходит процесс сжатия. При процессе сжатия воздух перемешивается с топливом. Получается смесеобразование. То есть это называется внутреннее смесеобразование, которое уже внутри цилиндра происходит смесеобразование. Дальше с помощью форсунки высокой температуры получается воспламенение и сгорание. Далее идет процесс расширения и выпуск отработавшего газа. Так как рабочий цикл двигателя состоит из 5 процессов, из 4 тактов. Вот первый такт – это такт впуска. Второй такт – это процесс, такт сжатия. Третий такт, то есть в которой воспламенение, изгорание, расширение происходит, это называется рабочим ходом, это называется третьим тактом. Так, и выпуск отработавшего газа, то есть выпуск называется, является четвертым тактом. А что называется тактом? Вот такт называется, за один ход поршня называется тактом. Что это означает? Вот поршень движется, если нижней мертвой точки идет к верхней мертвой точке, то есть за один ход поршня. Или же наоборот, если находится в верхней мертвой точке, движется к нижней мертвой точке. Это и есть такт. Итак, мы сказали, что рабочий цикл двигателя состоит из 5 процессов и имеет 4 такта. Дальше. Создание этого условия является в рабочем цикле является процесс сгорания.
В этом случае при оптимально протекающем процессе сгорания вот это обеспечивает мощность двигателя и обеспечивает его экономичность. Дальше количество горючей смеси или воздуха, поступившейся в цилиндр за время его наполнения, зависит от ряда факторов, основным из которых является гидравлическое сопротивление трубопровода при впуске и выпуске, подогрев горючей смеси или воздуха от соприкосновения с горячими деталями, дальше наличие в цилиндре к началу его наполнения остаточных, то есть отработавших газа предыдущего цикла, наличие надува и проходное сечение впускных и выпускных окон. Количество горючей смеси, поступившейся в цилиндр, и оставшийся в нем к моменту закрытия впускного клапана называется зарядом цилиндра. Вот различают действительный заряд и теоретический заряд. Что такое действительный, а что такое теоретический? Действительный заряд, который обозначается QD, это заряд, который фактически поступил в цилиндр и остался в нем. А теоретический заряд, который обозначается QT, это заряд, при котором который может поместиться в рабочем объеме цилиндра. Давайте напишем формулу. И качество наполнения вот цилиндра характеризуется двумя основными параметрами. К этим параметрам относится коэффициент наполнения и коэффициент остаточных газов. Вот что такое коэффициент наполнения, а что такое коэффициент остаточных газов? Коэффициентом наполнения называется отношение действительного заряда к теоретическому заряду. Это V, показатель коэффициента наполнения, равен отношение действительного к теоретическому. Сейчас М1, то есть отношение М1 на М0 равен Q1 на Q0. Отсюда М1, G1 – это количество действительного заряда. М0, G0 – это число молей, масса свежего заряда, которое могло бы поместиться в рабочем объеме цилиндра. А что такое коэффициент остаточных газов? Коэффициент остаточных газов – это количество газов, оставшихся от предыдущего цикла, количество газов, поступившихся в цилиндр свежего заряда. Обозначается гамма R равен отношение GR на GA. Итак, GR – это количество газов, количество остаточных газов, которое осталось от предыдущего цикла, а GA – это количество свежего заряда. Итак, вот коэффициент остаточных газов, этот коэффициент определяет степень загрязненности горючей смеси в конце впуска с остаточными газами. Вот на коэффициент остаточных газов оказывает влияние число оборотов и нагрузка двигателей. С увеличением числа оборотов и с уменьшением нагрузки двигателя коэффициент остаточных газов возрастает. Коэффициент остаточных газов вот, изменяется в следующих пределах. Для бензиновых двигателей коэффициент наполнения изменяется в пределах от 0,4 до 0,10. Для дизеля без надува применяется в пределах от 0,2 до 0,5. Для двухтактных двигателей применяется в пределах от 0,5 до 0,40. Коэффициент наполнения зависит от следующих параметров. Зависит от давления и температуры газа в конце впуска. Зависит от частоты вращения коленчатого вала двигателя. И зависит от нагрузки на двигателя. Итак, если при впуске давление газов увеличить, а температуру газов уменьшить, то коэффициент наполнения возрастает. Однако для бензиновых двигателей
уменьшение температуры не всегда целесообразно, так как оно с понижением вот температуры газов оно приводит к конденсацию топлива, и топливо конденсируется, и его сгорание ухудшается. Дальше, с повышением частоты вращения коленчатого валового двигателя коэффициент наполнения понижается из-за сокращения продолжительности впуска. А если вот с понижением давления, с повышением температуры газа при впуске, то коэффициент наполнения резко уменьшится. Тогда как можно увеличить коэффициент наполнения? Вот коэффициент наполнения можно увеличить следующими способами. При применении надува, при оптимальном выборе фаз газораспределения, а это то есть открытие и закрытие впускного и выпускного клапана, дальше увеличением высоты подъема клапанов, увеличением числа клапанов и увеличением диаметра цилиндра. А это дает возможность разместить клапаны большего диаметра и уменьшить скорость заряда при впуске, а следовательно и гидравлические потери. Так, величина коэффициента наполнения вот при частоте вращения коленчатого вала в современных автотракторных двигателях представлена на этой таблице. Вот двухтактный двигатель, коэффициент наполнения изменяется в следующих пределах. Двухтактный двигатель от 0,55 до 0,7, четырехтактный карбюраторный 0,75 до 0,85, четырехтактный дизель без надува коэффициент наполнения изменяется в пределах от 0,80 до 0,90, четырехтактный дизель с надувом изменяется в пределах от 0,95 до 0,99. Итак, для улучшения наполнения цилиндра свежим зарядом стремятся уменьшить давление в конце выпуска и увеличить давление в конце впуска. Дальше стремятся уменьшить подогрев свежего заряда и регулируют фазу запаздывания закрытия впускного клапана. И последний. Давление и температура в конце процесса впуска. Давление является основным фактором, от которого зависит коэффициент наполнения. Вот чем выше будет давление в конце впуска, тем будет лучше наполнение цилиндра. Вот если, например, давление в конце впуска увеличить на 0,01 мегапаскаля, то коэффициент наполнения увеличится на 15%. Так, давление в конце впуска прежде всего зависит от гидравлического сопротивления, которое состоит из трубопровода, фильтра и клапана. Напишем формулу давления в конце впуска. Как определяется давление в конце впуска? P равен P нулевое минус дельта PA. Это относится к двигателю без надува. PA равен PK минус дельта PA, а это относится к двигателю с надувом. Итак, PA – это давление в конце процесса впуска. P нулевое – это атмосферное давление. Дельта PA – это потеря давления. А PA, так как это относится с надувочным двигателем, PK показывает давление надува. Так, напишем формулу температуры в конце процесса впуска, определяется формулой. Так, уже мы сказали, что Т нулевое дельта Т прибавляем гамма R, умноженное на ТР, Т
тонны на 1 плюс гамма R. Так мы уже сказали, что процесс спуска происходит в точках RA. R называется началом процесса спуска, а называется конец процесса спуска. Так как нам надо температура в конце процесса спуска, определяется ТА равен, Т нулевое это атмосферная температура атмосферная. Дальше дельта Т подогрев свежего заряда, гамма Р остаточные газы, ТР начало процесса спуска. Так, следующий пункт плана – это действие параметров на процесс сжатия. Процесс сжатия происходит при закрытых впускных и выпускных клапанов и служит для увеличения температурного перепада цикла, а также степени расширения продукта сгорания топлива. А это создает благоприятные условия вот, для воспламенения и сгорания рабочего тела, рабочей смеси и обеспечивает эффективное преобразование теплоты в механическую работу. В теоретическом цикле и в идеальных циклах вот, линия сжатия происходила адиабатно, то есть адиабатически. А в действительном цикле вот, процесс сжатия происходит посложнее. Давайте рассмотрим посложнее. Вот он характерен непрерывным изменением температурного заряда между газами и стенками цилиндра, то есть происходит с теплообменом. При наличии теплообмена, то есть является политропический. Сейчас на схеме мы видим политропический процесс сжатия. Дано ПВ в координатах, это верхняя мертвая точка, а это нижняя мертвая точка. Вот процесс сжатия происходит как? Поршень движется от нижней мертвой точки к верхней мертвой точке. Итак, процесс сжатия происходит в точках А, С. N1 – это показатель политропы, K1 – показатель адиабата. Итак, когда поршень находится в нижней мертвой точке, показатель политропы сжатия будет больше, чем адиабаты. Далее они выравниваются. После уже как поршень движется в верхней мертвой точке, достигает верхней мертвой точки, то показатель политропы сжатия будет меньше показатель адиабата. Итак, в начале процесса сжатия пока не сравнивается температура газов со стенками цилиндра. Вот газы нагреваются. Последующий период, вот газы когда нагреваются, здесь показатель политропы сжатия будет больше, чем адиабата. Уже последующий период за счет более высокой температуры между газами и стенками цилиндра вот они, газы, нагреваются и понижаются. А это вызывает понижение показателя политропы сжатия, так как N1, то есть показатель политропы сжатия, будет меньше, чем показатель адиабата. Дальше величина показателя политропы сжатия зависит от частоты вращения коленчатого вала, зависит от степени сжатия, зависит от с интенсивности охлаждения цилиндров, зависит от нагрузки на двигателя и зависит от степени износа цилиндрово-поршневой группы. Вот с повышением частоты вращения коленчатого вала и степени сжатия вот показатель политропы сжатия увеличивается. При интенсивном охлаждении цилиндров увеличение зазоров между поршневыми кольцами и цилиндрами вследствие их износа показатель политропы сжатия уменьшается. Вот данные, полученные при испытаниях, показывают, что средний показатель политропы сжатия в зависимости от числа оборотов вот, изменяется в следующих пределах. Изменяется как? У бензиновых двигателей изменяется от
1,30 до 1,40, а у дизельных двигателей изменяется от 1,30 до 1,35. Дальше параметры рабочего тела в конце уже процесса сжатия определяется степенью сжатия и условиями теплообмена. Что такое степень сжатия? Вот степень сжатия – это отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания. Что это означает? Вот VH – это объем цилиндра, VC – объем камеры сгорания. Вот отношение полного объема цилиндра к камеру сгорания. Если VH, то есть объем цилиндра, прибавим объем камеры сгорания, то получим полный объем цилиндра. Тогда степень сжатия будет равен сумма VHPC на камеру сгорания. То есть отношение полного объема цилиндра на камеру сгорания. Итак, при выборе степени сжатия для двигателей учитывает ее влияние на полезное использование теплоты в цикле, достижение самовоспламенения впрыскиваемого топлива, это относится к дизельным двигателям, так, динамические тепловые нагрузки, которые соответствуют кривошипно-шатунному механизму цилиндрово-поршневой группы. Ориентировочные значения степени сжатия в современных автотракторных двигателях вот представлены на этом таблице. Вот для бензиновых двигателей степень сжатия применяется от 6 до 9. Для дизелей без надува степень сжатия применяется от 16 до 20, а для дизелей с надувом применяется в пределах от 12 до 15. Давление и температура в конце процесса сжатия. Так как мы уже знаем, в точке А, С происходит процесс сжатия. А – это начало процесса сжатия. С – это конец процесса сжатия. Итак, давление и температура в конце процесса сжатия происходит по, как мы уже сказали, по политропическим показателям состояния газа. Как это определяется? Напишем формулу. Вот дано в координатах PV, то есть давление и объем в координатах. Давление в точках С и объем в точках С. Показатель политропа, так как этот процесс происходит с помощью политропического уравнения. Так, показатель политропа. Выравниваем давление в точке А и объем в точке А. И показываем, что этот процесс происходит по политропическим показателям. Дальше из этого уравнения мы выразим. Нам нужно давление в конце процесса сжатия. То получим PC равен PA, отношение VA на VC, показатель политропа в степени. Вот мы видим VA, отношение VA на VC, это степень сжатия. Так как мы это выражение выразим, заменим через эпсилон, то есть степень сжатия, то получим выражение PC равен PA эпсилон в степени N1. PC – это давление в конце сжатия, PA – это давление в начале процесса сжатия. Эпсилон, так как мы уже сказали, параметры рабочего тела в конце процесса сжатия, основным которым является степень сжатия. Степень сжатия
и показываем, что этот процесс происходит по политропическим процессам состояния газа. Так, и температура в конце процесса сжатия определяется то же самое, но в степени показателя отнимаем 1. Тц, Вц равен в степени показатель политропа сжатия отнимаем 1 единицу. Дальше ТАВА в степени показатель политропа сжатия отнимаем 1. Из этого выражения мы получим давление в конце процесса сжатия равен ТА. Отношение ВА на ВС. Показатель политропа сжатия отнимаем 1. Отношение ВА на ВС заменим эпсилон, то получим выражение. ТС равен ТА эпсилон показатель Н минус 1. Итак, температура в конце процесса сжатия и давление в конце процесса сжатия определяется из этой формулы. Так, перейдем на следующий слайд. Расчетное значение параметров рабочего тела в конце сжатия. То есть в автотракторных двигателях вот, показатель политропа сжатия и давление в конце процесса сжатия и температура в конце процесса сжатия, это показатель политропа сжатия, вот изменяется в следующих пределах. Вот для бензиновых, жидкостных, воздушных, газовые дизели с надувом и без надува изменяется, применяется вот в следующих пределах. Итак, на этом все, ребята. Спасибо за внимание. До свидания.